Друзья, всем привет! Меня зовут Николай. У нас на выдаче автомобиль Z4 марки BMW. Заклеили мы здесь его полностью пленкой Аракал 970 серии, плюс забронировали переднюю часть с порогами полиуретановой пленкой. На солнце просто вот не повезло, целое утро был дождь, какая-то пасмурная погода. К обеду все прояснилось. Посмотрите, даже камера просто не в силах, она притемняет, потому что матрица в шоке от того, насколько это крутой цвет, как он играет на солнце. Ну, в общем, для этой машины, я считаю, это очень крутой выбор. Я его всячески поддерживал. После того, как мы реализовали данный проект, я уверен, что его буду рекомендовать другим нашим клиентам. Машина интересная, достаточно сложная по-своему. Сложная, в первую очередь, крышка багажника. Получилась она у нас с первого раза, но результат меня не очень устроил, пришлось переделать. Машина с небольшим пробегом, всего лишь 20 тысяч километров. Пришлось уже даже после этого пробега удалять некоторые сколы. Сложные у BMW достаточно ручки. Тут можно делать по-разному. В этот раз мы вырезали вот эти пипки, чтобы там не было завоздушенности. Сделали из двух частей. То есть сделано аккуратно. По поводу вопроса, как мы подворачиваем. Подворачиваем всегда стараемся максимально. Все, ну, практически до резинки. Очень часто до первого герметика. Здесь даже больше. Порог заклеен прям целиком полностью. Здесь пленка под резинкой. Здесь пленка под резинкой. Лючок, все заклеено. Подворотом, естественно, бампер. Смотрите, какие фарки прикольные эти. Значки назад восстановили. Вот эта крышка. Тут огромная полка вот эта. Ну и плюс она сама по себе. То есть тут ширины пленки 1,52 м не хватает. Здесь срезали 1,70 м. Капот тоже очень огромный. Пришлось его вытягивать углы. То есть, ну, пришлось повозиться. Плюс еще сделали антихром вот этой решетки и заклеили каждую эту ячейку в цвет кузова. Выглядит очень прикольно, мне нравится. Если хотите что-то подобное, пишите, звоните, с удовольствием поможем. Всем спасибо.